по карьерной лестнице вверх. Экс-заместитель руководителя управления МВД по Ивановской области, начальник полиции Андрей Кульков, стал новым министром внутренних дел Республики Хакасия. Выпускник физмата ИВГУ. Службу правоохранительных органов Кульков начал с должности инспектора по предупреждению преступлений несовершеннолетних. Более чем 20 лет службы в органах правопорядка нашего региона, и ивановец сам возглавил ведомство в Хакасии. Кульков уже приступил к своим новым должностным обязанностям.